Приветствую вас, мои дорогие братья. Вы на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас обзор MetaHub. MetaHub – это ведущая платформа для создания партнерского сообщества Web3, сочетая мощную синергию Quest Portal с Affiliate Hub. Это децентрализированная партнерская платформа, DAG, способствует надежному взаимодействию между строителями и более широким сообществом. Сообщество MetaHub имеет два важных сектора. Первый – это портал квестов. Он позволяет быстро и эффективно инициализировать задачи для партнеров, известных как запрашивающие. В сообществе MetaHub охотники — это не просто постоянные участники, это люди с острой способностью использовать возможности для личного и общественного роста и процветания. Охотники играют ключевую роль в разработке проекта. Они активно участвуют и выполняют задачи, созданные запрашивающими на платформе децентрализированного партнерского потребления, вышеупомянутый DAG. Выполняя эти задачи, они не только получают привлекательные вознаграждения, но и способствуют созданию многопользовательской базы данных экосистемы MetaHub. Роль охотников выходит за рамки выполнения задач. Они олицетворяют творчество и взаимодействие внутри сообщества. Они взаимодействуют и делятся знаниями с другими членами сообщества, способствуя взаимодействию и сотрудничеству в справедливой и прозрачной среде. Однако, для задач, которые не могут быть проведены автоматически, обеспечение их достоверности по-прежнему оставляет за собой проблему. Для решения этой проблемы на платформе будет введена важная роль, известная как шерифы. Шерифы – это лица, которые участвуют в процессе проверки и подтверждения обоснованности заданий после их выполнения охотниками. Благодаря этому процессу система гарантирует, что задачи, которые не могут быть проверены автоматически, будут оцениваться справедливо и точно. Шерифы будут вознаграждены охотниками, частью награды, пропорция которой будет определена охотниками после выполнения задания. Эта система автоматически назначает задачи членам сообщества, желающим выполнить эти задачи, известным как охотники. Эти задачи могут быть как бесплатными, так и платными, создавая гибкую и разнообразную среду, предлагающую широкие возможности как запрашивающим, так и охотникам, а также на партнерский центр. Партнерский центр – это система, предназначенная для управления и расширения партнерского сообщества Web3 с целью увеличения его размера и качества. Кроме того, это дает партнерам возможность получать пассивный доход от своих сообществ в MetaHub. С помощью платформы децентрализированного партнерского потребления, DAG, наша цель – создать среду инновационного взаимодействия и сотрудничества в сфере Web3, удовлетворяющую потребности различных участников рынка, включая инвесторов, строителей, пользователей и многих других. MetaHub стремится стать ведущим в мире платформой для создания и развития взаимосвязанного сообщества Web3, где люди могут взаимодействовать, сотрудничать и получать устойчивые выгоды от помощи децентрализированных технологий. Партнерский поток потребителей функционирует так, что ваш запрос посылается через партнерский центр на торговую площадку DAG, где для вашей задачи подбираются самые скилловые охотники, и их работа проходит контроль качества офицеров. После завершения работ партнерский центр берет себе 10% от общей прибыли. Ну что ж, братья, вот такой вот у нас получился сегодня обзор на MetaHub. Подписывайтесь на канал, ссылки на ресурсы будут в описании. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, делитесь мнением. Всем удачи и всем пока!